теме. Да, ну вот и... Ближе к теме тогда, Кристиночка, во-первых, я... Ой, так, спасибо. Пионы. Я чтобы не забыл. Кто бы не забыл от кого. Ну, знаешь, потому что... Я всегда расстраиваюсь иногда на праздники. С днем рождения тебя, с юбилеем. Дарья, такие подарки красивые, такие цветы. Открывает подарок. И, блин, ну кто подарил? Так неудобно, и поблагодарить хочется, и все. Есть еще один подарок от тебя, видео, да, какое-то? Ты сам его смонтировал, это правда? Да. Но я собирал в своем архиве все наши с тобой годы знакомства, почти 40 лет. Господи, боже мой. Давайте посмотрим. Давайте, поздравления от Филиппа. Классные кадры там были с новогоднего огонька, где мы с тобой сделали номер на Первом канале в красном с аккордеоном. Помнишь? Да-да-да. Мы помнишь? Просто выросли тем временем, когда были вот эти программы международные, там «Пестрый котел», там, «Зарубежная эстрада». «Мелодия ритма зарубежной эстрады». И вдруг я вспомнил одну такую очень старую запись, где Елена Бондарчукова с Сержем Корном делали такой номер, где-то это было начало 80-х или конец 70-х. Вот получился красивый номер, который мне очень нравится. Один телеканал заказал нам с ней дуэт. Я сразу подумал, вот я попал. Она же песню превратит в балет. А он наоборот, мало двигается, но много поет. А мне что, с ним просто рядом стоять? Вот так по-разному мы с ней относились к общему делу. Хочешь быть как он? Hey! Хочешь быть такой? Знаем мы путь один, чтобы не было пой. Хочешь стать звездой, королем искусств, пой наш звездный блюз. А я его все время учила двигаться. Хочешь петь, танцуй, эй! Хочешь петь, так пой. Можно с ума сойти, пока станешь звездой. Хочешь все же быть королем искусств, пой наш звездный блюз. И через 30 лет будет все как в сказке. А Иржи Корн и Вондарчуковы не были против? Аллочка, ты знаешь, что я отмываю, очищаю права так, как никто. Вива ля Вива, Вива Виктория, Клеопатра. Каждый шаг записан. Я так отмыл Вондарчукову. А песню Кристина отмыл? Естественно, все. Здравка. Югославская, да, конечно. И Тонча Русев, и Лилия Иванова, и Здравка Чолич, все довольны. Все счастливы. Я же богатый, творческий человек. Добрый, щедрый, ты знаешь, как никто. А, кстати, я тоже подрабатывал, не подрабатывал, иногда Дедом Морозом бывал. Да что вы говорите? Это что вы говорите? Стучал в окно новогоднего ночи. Открывал и стучал. Я Дед Морозом подрабатывал. Чао. Слушай, а может, ты сегодня тогда споешь, коль Здравка Чолич доволен? Может, ты споешь Кристине песню вот эту замечательную? Такая красивая песня. Я с удовольствием. Ты знаешь, что я тебя очень-очень, Кристиночка, люблю. Я тебя тоже. Что за вьюга снова закружила, белым снегом окна замела. Может, это, чтоб с верными друзьями собрались мы и дни перелистали.
Эта вьюга под вечер устроила встречу в старом доме, всех нас собрала. Что за вьюга, помнишь, это было? В нашем детстве так зима мила. Почему же тогда взглянул без спроса я девчонке, глаза светловолосы? Ты ответила безмолвно, не поняла даже, что случилось. Кристина, Кристина! Вьюга нас потом кружила, что за замки строила судьба? Эти звезды сложились так непросто. У девчонки моей светловолосой только вместе мы с тобою всю выпили чашу, все, что было. Кристина, Кристина! Сердца, сои.
Это браво Кристине, это браво Алле, это браво Миколасу за такую прекрасную дочь. Спасибо вам большое.